Я закрываю глаза, чтобы лучше видеть. Друзья, именно такая фраза очень зашла во время нашего выпускного. И этой фразой поделилась одна из выпускниц, выпускной, который состоялся вчера. И сегодня с радостью оставляю этот отзыв для школы Никиты Бурлакова, потому что это мега-школа, это мега-возможности для роста, процветания каждого желающего. Поэтому огромнейшая благодарность Никите Бурлакову. Огромнейшая благодарность нашим любимым кураторам Александру и Елене. Любимым, родным. Потому что после такого обучения мы стали как одна семья, и я с уверенностью говорю эти слова. А также большая благодарность кураторам с других групп. Это и Луизе, и Бекье, и Ксении, и Назире, и технической поддержке, которая всегда способствовала тому, чтобы все проходило вовремя, четко, чтобы максимально качественно подавался контент. И каждый, даже кто маломальски разбирается в гаджетах и в интернете, тоже получил возможность и максимальное разъяснение для того, чтобы стать участником и пройти полностью весь курс. Огромная благодарность всем моим одногруппникам, 4-я группа 8-го потока. Не буду всех перечислять, но я вас люблю, обнимаю, вы для меня тоже стали родными. Это очень здорово. И скажу два слова о себе. Меня зовут Владислав, я из Украины. Я так говорю, я просто ученик. Потому что быть учеником в этой жизни, наверное, каждый приходит к этому и желает обучаться, желает процветать, желает расти. И в школе Никиты Бурлакова эта возможность есть. Там очень много возможностей, которые просто дают столько инструментов, столько, так дополняют таким количеством инструментов наш арсенал, что каждый находит этот маленький ключик и есть возможность открыть даже самую тайную дверцу и пройти в тот или иной путь, который человек сам желает пройти. Хочу поделиться определенными своими достижениями, да. Очень благодарен всем, потому что когда сам развиваешься, у тебя есть очень много запросов в этой жизни. Ты вопросы эти какие-то записываешь, ищешь, проходишь множество тренингов. И да, по крупице все это собираешь по чуть-чуть на одном тренинге, на втором, на третьем. Здесь, в школе гипнологии и слиперства Никиты, я скажу так, что можно найти ответы на 99,9 своих вопросов. Это факт. Хочу поделиться, что накануне у меня перед выпускным приснился сон. Расскажу только маленький фрагментик, который касается школы. Это маленький мальчик на машине ездил по пустыне. И вот по аналогии, такая золотистая местность. И он остановился. И я говорю, а зачем же так гоняешь по пустыне? Кто машину будет ремонтировать? Он говорит, да, это все ерунда, это пустяки. И потом машина как кабриолет, он запрыгивает через верх, ну, дабы опять пофорсить, снова проехать там быстро. И в момент, когда запрыгивает, он ударяется ногой, и вот во сне у меня такое желание, подбегаю к нему, что, наверное, ж болит. Он говорит, да не переживай, все нормально. У нас есть регрессивный гипноз, и скоро у вас появится возможность докапываться так, чтобы снимать боль даже на физике. Ну, честно, друзья, после таких снов, после таких открытий,
И после тех возможностей, которые у нас появились в сеансе, и гипнотерапия, и общение, хроника каши, получение информации, и много-много-много всего другого. Что я могу сказать, что всем, кто желает развития, кто хочет усовершенствоваться, кто хочет процветания, рекомендую, приходите, обучайтесь, знакомьтесь, расширяйте свои знания, увеличивайте свои возможности. И я еще раз хочу поблагодарить всех-всех-всех, кто способствовал этому обучению. И я вас обнимаю, люблю и благодарю. Всего доброго.